ночи, дорогие друзья. С вами Ем, рядом Светик и игра The Evil Within. Продолжаем шлепать как по говну, ёпти. Ну, это кровище нам прям. Занырнем. Жалко, что мы не можем здесь присаживаться. Я бы занырнул бы так. Ладно. Спустились мы откуда-то оттуда. Пойдем дальше, ребята, искать нашего пациента. Врач пропал. Телочка тоже куда-то пропала. Максимум. Хорошо. Давайте здесь тщательно все осмотрим. Что за рубильник? Прекрасно. Живой? Нет, не живой. Ну и ладно. Кого поджечь? Что это за масло? Давайте подожжем. Кидал спичку в одну сторону, на самом деле в другую. Ладно, пойдемте дальше. У нас были ключи, помните, да, из первой серии. Но, видимо... Блять, я аж испугался от того, как он тут дверь выбил. Так, вижу бомбу. Что такое? Да нормально. Пожиже мы ходим. Так, а как мне, что мне с тобой сделать? Давай так. Конечно, из нее можно было бы добыть хорошие штуки. Это что такое? Это новый болт. Электроболт. Снаряд для арбалета. Обеспечит врагов с помощью электрошока. Его можно устанавливать, например, на стены. Отлично. Давайте посмотрим, из чего он создается, этот болт. Вернее, чтобы добыть вот этот. Нужно 4 детали целых. Дорогой болт. Ну да ладно. Так, так, так. Что, пойдемте, давайте наверх, потом будем так потихонечку так все осматривать. Видимо, опять мы что-то где-то спустим. Давайте. Стоять! Вон лестница. Шутки ради, да? Хотели нас. Понимаешь ли? Мы все-таки... Я не понимаю, почему нас пытаются в это болото. Может... Наверное, да. Сейчас вот эту мы откроем, и поднимется вот та вот лестница 100%. И мы сможем пройти в дверь. Давай. Да? И что? Да давай. Да и пинай уже. Типа посмотреть, что произойдет. Давай пинай. Да что ж ты такой-то? Блять, надо действительно геймпад. Да я так заколебусь. Пинай уже, твою мать. Ну. Стену он пробивает, а по да, по банке попасть не может, понимаешь. Давай еще. Почти, почти. Стой, сейчас упадешь. Да давай уже. Падай уже. Да давай, спускайся, спускайся. Куда она? Там еще одна. Зачем мы именно эту? Да ёпарес это, а? О, задача. Высшая математика. Вон еще одна бочка. Чем мы именно эту пихаем? Давай. Вот так, хорошо. Давай только сам не падай. Так, видимо... Почему он ее не может туда перебить? Да что ж ты на нее залазишь-то? Так сам не можешь? Ладно, пихай. Зачем мы это делаем? Я не понимаю. Так не хочет он. Да нет, что-то тут не то, ребят. Давай. Ну что ж ты за... Блять, Рональдиньо сраный. Давайте сами попробуем, чё. И нахрена вот эта вот штука нужна, пока не знаю. Ну да ладно, может дальше пригодится. Так, опять. Капли жижи летающие. Ага, ловушечка, это хорошо. Да. Да не, здесь тоже прекрасно. Ты же любишь жить в таких штуках, нет?
Блять, что, взорвется? Ага, значит, оттуда, наверное, будет бежать толпа разъяренных придурков. И мы сможем ее перестрелять. Но, видимо, как-то так. Так, а ящик можем разбить? Можем. Себастьян может все, что угодно. О, залез, красавчик. Блять, кто нажал? Так, что-то нам сейчас показали, но я не понял, что. Ага, вот она. Вовремя мы ее так обошли-то. Разобезвреживай. А-а-а! Вот это косячина. Хотел заработать две этих. Заработал. Два ремкомплекта. Прям World of Tanks. Так. Есть еще вот здесь. Стоять. Давай. Обезвреживай. Так, хорошо. Так, этот зачем упал? Просто нас испугать? Ну, видимо, так и есть. Так, ну пойдемте. Так, вот с патронами для дробовика, конечно, проблема. Здорово, дружище. Сейчас что-то будет жопное. Я, наверное, зря взорвал ловушки. Ох, ребятки, чую, будет сейчас. Нахрен, твари. Блять, а ты чё, живучий-то такой, а? Грёбаный ты. Стоять нахрен, женщина. Беги, 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 дружище, беги, 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 беги. Давай, 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 беги, беги, мой хороший, беги. Так, у нас проблемы уже с оружием. Это электричество. Ну ладно, электричество не надо. Так, с дробашом, ну еще одна пулечка есть. Так, я надеюсь, с той стороны никто не бежит. Вряд ли получится. Забирай патронов максимум. Ёпарасты, сколько же вас тут, а, ребятки? Идите сюда. Ох, ёпты, вот эту жиробасину надо что-то с ней делать. Вот с этой вот жиробасинкой. Ёп, твою мать, ты говно... Так, с другой стороны кто-то, что ли? Да, блядь, бей ты ее уже. Да как же она быстрее меня бьет. Поджигай, Махмуд. Почему этот не горит? Да сдохни ты уже. А, нет! Нет! Пизда нам. Это просто вакханалия какая-то, ребятухи. Ну и что дальше? Ой, они нас заставили вообще разрядить все, что только можно. Так, давайте еще поищем. Здесь поджечь. Здесь патроны для дробовика. Перезаряжай. Что, с этого жирного вообще ничего не выпадет? Нет, ничего, к сожалению. Так, еще там мы много трупов, да, убили. Много зомбаков. Но они реально очень быстро, ребятки, бегают. Очень. Так, идемте по говну этому. Такой звук. Так, ну, видимо, вот этими всеми штуками я мог их спокойно убивать. Вот этими вот, да. Фу, блядь. Да, ребят, вот это жесть просто. А мы можем выбраться? Те могут лазить, что мы не можем. Прыгай. Не хочет. Да, днищенко. Здесь не вылезешь. Вон здесь вылез. Так, жиробасик, у тебя есть что-нибудь? О! Как мы можем вот эту 150-килограммовую тушу толкать ногами? Пни его ногой.
Давай, ну, говно, говно. Ну, скотина. Не жирная. Ладно. Все? Ой, давай. Давай, давай. Давай, мой хороший. Ох. Может, этот плюсик означает то, что мы можем как-то вернуться в этот? Я не знаю. Слушайте, может это поджечь? Нет, не можем. Такое ощущение, что стены, знаете, как эти язвы в стенах. Вот кровоточат они стены так. Стены в язвах. Да, 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 именно так. Язвы в стенах, стены в язвах. Неважно. Так, как открываем? Давай с ноги открывай. Ага. Сейчас. Ми-ми-ми. Няшка. Вон няшка лежит. Так, патроны хорошо. Бери оружие. Хоть какое-нибудь. Так, ну у нас, кстати, с ремкомплектами полная беда. Да, беда. Давайте проверим. Подзарядимся, может. Это у нас что? Ослепляющий, да? Этих у нас еще есть. Вот этих надо хотя бы один сделать. Очень хороший болт. И этой аптечкой пока пользоваться не будем. Я забываю про гранаты. Иногда. Так. Ну давай возьми его в руки и возьми вот эти вот болты. Нет, вот этот болт. Да, отлично. Вот так. Блять, твою мать, сука, чуть не обосрался. Что это за чужая хуйня? Что она делает? Беги, я тебя прошу, беги. Что мне с ней надо сделать? Это не тот, не та стрела. Твою мать! Что, блядь, что я должен сделать? Блядь, отпусти, говно. Охренеть. Масляные лужины можно поджечь спичкой. Да, понятно. О, ребята. Это было просто жутковато. Давайте сделаем вот этот болт. Ты сейчас такое пропустила. Вылезла какая-то жопа. Из другой жопы. Прям крысёныш. Куда побежал? Куда? Стой, 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 стой. Стой. Вот из того вот жопы вылезла. Так, давай сразу вот прям. А, из этого, да? Да, сейчас. А, убили? Да. Выходи. Во, говно, блядь. Взрывайся. Блядь, да ей до срадьки. Она еще тпшится, блядь. Ей вообще до срадьки, ребят. Просто беги. Просто, я думаю, от нее можно убежать, не? А, спасибо, а раньше не мог мне? Как, куда бежать-то? Где она? Где тварь? Куда бежать? Сейчас, сейчас, блядь, говно, подожди. Куда я должен бежать? Беги, беги. Ребят, еще бы я знал, куда. В ту дверь, наверное. Да, вот она открылась. Давай, давай, восстанавливай, 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 восстанавливай. Восстанавливай и просто беги. Просто я тебя прошу, беги. Это, видимо, и был тот самый пациент. Крути, не крутит. Беги, беги, хороший мой, беги, мой хороший, беги, блядь, здесь такая пиздец творится. Я вижу, кто куда мне. Да не ковыряйся ты в этом говне. Ну что, мой хороший, нам жопа? Что я должен сделать, блядь? Нет, это не взрывается. Что делать-то, ребят? Вы давай, давай, не... Ну, пожалуйста, восстанавливайся, придурок.
Где это? Она нас видит еще? Как она нас может видеть? Мы уже убежали как бы от нее. Давай, ТП-шься, ты где? Я знаю, что ты тут. Ух ты, нихуя ты разогналась! Но я ее все равно, ребят, убить не смогу, поэтому, блядь, запер сам себя. Просто беги, 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 беги! Поймала. Так, я... Нет, я не могу с ней ничего сделать, она меня... Он же сказал просто бежать. Так, ребята. Ребята, ребята, мои хорошие ребята. Я не увидел там прохода. Опять, наверное, я что-то пропустил. Куда? Ну куда? Что мы здесь должны сделать, ребят? Я не знаю. Вот, нашел, твою мать. Только мы... Подождите, она еще не разбила. Давайте соберем хотя бы патроны. Сейчас она разобьет. Ладно, бегу, бегу. Больше ничего нет вкусного? Нет, все, спускайся. Что значит жадина? У меня такое ощущение, что это сейчас будет внизу. Значит, выключить я на лестнице мог лампочку, а включить не могу. Она сзади выбежит, нет? Я уже боюсь, ребят, собственной тени, честное слово. Еще эта музыка, она нас видит. Что он нас сказал? Что он сказал-то? Ой, лифт. Я надеюсь, ты поджечь. Поджечь. Ой, блядь. Боже, правильно. Ну как? Что, пробел? Я ж держал. Куда? Что мне надо было сделать? Давай, давай, мой хороший, открывай двери. Просто беги. Беги, я тебя прошу. Блядь. Еще и пики. Просто пробегай. Просто пробегай, мой хороший. Давай, давай, давай. Ой, блядь. Ну, могло быть действительно лучше, если бы ты не поехал на вызов в ту больничку. Один патрон. Что ж так мало-то? О, ребят, у меня пукан просто горит. Просто горит пукан. Ой, боже, 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 боже. Ну нет. Пожалуйста. Что я должен был сейчас с ней сделать? Ребят, какие-то... Так, давайте сосредоточимся. Что мы с ней можем сделать? Нам подсказок не давали, насколько я помню. Все, что было, мы потратили. Это я тоже помню. Граната, ее не убьешь. Арбалет нас вряд ли спасет. Но ослеплялку кинем. Но это не ослепляющий, по-моему, да? Нет, это не ослепляющий, это взрывающий. Я думаю, она нам не поможет. А как мы должны ее убить? Давайте попробуем, вдруг получится. Давай. Выходи. А, не здесь она выходит, там дальше, да? Нет, она теперь нас просто убивает. Вот это вот. Блять, ребят, ей все похер. Беги, пожалуйста, мой хороший. Либо подскажи, что делать. Я тебя прошу. Что я должен сделать? На шару только стрельнул. Господи. На шару истратил последний взрывной заряд. I believe I can fly. I believe.
Лучше бы я не поехал просто на этот вызов. Это конец. Ну что ж, ребят, 4-й эпизод мы прошли. Как-то с горем пополам. Давайте будем с вами прощаться. С вами был Ем, канал Ем Digital Eats Game. Светик рядом, тоже штанишки уже пошла менять. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.